Дорогие мастера, всем большой-большой привет! С вами Яна Яникеева, технолог компании Neonail. Я думаю, вы помните эти ручки, помните эту коррекцию. Вот так у нас все относилось. Прошло 3,5 недели, по-моему, даже почти 4, сняли покрытие. Видите, что там все еще просвечивают эти кольца верности не очень хорошему мастеру. Выполнили маникюр, сделали черновой опил. У нас все еще есть перепиленные стеночки. Тонко нанесла каучуковую базу в качестве подложки, взяла прозрачный акрил-гель, буду достраивать кончики. Сейчас демонстрирую, как это делается. Беру небольшую горошину, в клинере смачиваю кисть, подтягиваю материал ближе к центру ногтя, кутикуле, и стягиваю на торец, параллельно достраивая и стенки ногтя, и укрепляя кончик. Выполнила опил. Акрил-гель, конечно, просто волшебный материал для этих дел. И наношу базу, нашу новинку серии Expert Silk Protein 6 в 1. Эта база самая жесткая база в линейке. Выполняю ей выравнивание. Она жесткая практически как гель и будет держать длину, не давать сколов и отслоек. В процессе носки базы не просядет, будет отлично держаться на такой длине. Решили покрыть новым цветом 85-22 из летней коллекции Paradise. Будет у нас супер яркий, очень красивый маникюр. Обращаю ваше внимание, что я набрала на кисть достаточное количество материала. Держу кисть параллельно ногтевой пластине, то есть не ставлю ее на торец. И не выполняю каких-либо лишних хаотичных движений по ногтю. Все движения четкие и отлаженные. Решили, что этот цвет будет круто смотреться под матовым топом. На видео ногтям уже 7 дней. Через пару недель будем переделывать. Придумайте нам какой-нибудь супер крутой дизайн.